Пора чудес, а значит, время отложить дела и стать добрыми волшебниками для тех, кто верит в чудеса. Благотворительный марафон «Наши дети» продолжает исполнять желания, и сегодня они сбылись у 72 воспитанников Могилевского специализированного дома ребенка. Где же наша елочка? Пойдем посмотрим. Для многих ребят это временный дом. Семьи оказались в сложной ситуации, и пока с родителями работают специалисты, за малышами ухаживают воспитатели и няни. Главная цель – вернуть или найти маму и папу. И это получается. Каждый третий воспитанник попадает в семью. Но пока, ребята, здесь они тоже должны чувствовать заботу. Дети хотят внимания и подарка. Будем так говорить. Вы видите, вот они тянутся. Все-таки он хочет маму, папу ощущать. Да, вот большая благодарность людям, которые работают в таких учреждениях. В доме ребенка всегда, кстати, игрушки, бытовая техника, мебель и средства гигиены. Здесь работает отделение паллиативной помощи для детей, которым нужен специальный медицинский уход.